пленки разные нужны, пленки разные важны. Вот так могли бы мы сказать, перефразировав классика. Могли бы, но не скажем, потому что не нужны здесь разные пленки. Одна нужна, но качественная. Ведь какого бы цвета ни была пленка, как бы она ни называлась, все они выполняют одну и ту же функцию – сохранить сено. Вот только получается, это далеко не у каждой пленки. В хозяйстве Фалько Агро уже перебрали десяток производителей. Только в прошлом году на этих полях подмочили свою репутацию сразу три бренда. После этого группа компаний Белагро поставила сюда пленку Спайл с пока безупречным имиджем. И сегодня мы получим здесь честный отзыв. С пленкой Спайл здесь уже отработали два укоса, поэтому оценить успели. В первую очередь обратимся к механизаторам, которые непосредственно упаковывают сенаж. Упаковывают годами, причем раньше это делали другими пленками, и уже как заправские эксперты могут сравнить их со Спайлом. Лучше, не рвется. Ну, а в том году постоянно рвалось. Надо же вылазить за каждым рулоном, нудык. И обратно навязывать, ну, обратно запускать по-новому еще, и дать пока замотается, нудык. Это еще ж время. Из-за этого, что если плёнка не будет рваться, ты будет процесс идти и работать. В этом году плёнка Спайл, никаких проблем. Не рвется, с трактора вылазить не надо, только работай и работай. От качества пленки зависит не только время работы, простота перевозки, хранения, но и, собственно, качество корма. Если оно сохранится, то надои будут больше, а значит и прибыль. Поэтому после уборки сено нужно защитить от влаги, солнечных лучей, вредных насекомых. Если пленка пузырится, рвется или где-то неплотно прилегает, вряд ли корм долго пролежит под открытым небом в нормальном состоянии. Пленка Спайл в этом году показала себя из лучшей стороны. То есть механизаторы не нарадуются в том плане, что она не рвется, как в прошлом году. Получается, производительность труда механизатора увеличивается. Нету проблем с порывами, разрывами и со всеми остальными зарядками и остальными вопросами. Можно увидеть, что он, все рулончики красиво, аккуратненько, нету шлейфа у этих по 10 метров, как было в том году. И вот меня директор еще, так скажем, нагоняя давал, что качество прессования и хранения в той пленке прошлогодней было хуже, чем в этом году. А мы еще искали, где проблема, в чем проблема. И вот ее берешь в том году, она хлоп, и попала пыль на болоте. И все, уже нету. А в этом году плотненько, красиво, никаких проблем. Ну, в прошлом году несколько было ферм. И одни и там спорили, и приезжали, и обещали заменить, и, короче, так и все осталось. Но в этом году пока никаких. То есть зарядили пленку, от начала до конца ее выработали, пустую шпульку поставили. А в том году натягайся это, половина остается, ставим сюда, и только ездили один за одним, только что, так скажем, процесс уборки, заготовки был нормальный. Ну, в этом году, честно говоря, я сам удивлен. Спайл, пленка, хорошее качество, пока все отлично, никаких недоразумений нет. Пленка Спайл на фоне других производителей выделяется яркой желтой упаковкой. Надо признать, довольно стильной, но, как говорится, по одежке мы можем ее только встретить. А вот выводы делаем по ключевому отличию. Пленка Спайл не оставляет тянущихся концов. Соответственно, натяжение обмотки постоянное, что в свою очередь не нарушает процесс консервации. Тюки не разматываются при транспортировке к месту складирования. Еще одно особое отличие стрейч-пленки Спайл, которое уже успели оценить аграрии на полях, улучшенный клей для плотного и герметичного склеивания слоев пленки. Работники Фалько Агро рассказали, что в этих полях особенно пыльно из-за торфяников, при работе пыль толстым слоем оседает на пленку. Часто бывало, что пленка не склеивалась, рвалась, либо пузырилась, и в результате этого сено в тюках плохо сохранялось, но эти условия оказались по плечу пленки Спайл, и о проблемах теперь никто не вспоминает. В тех хозяйствах, что используют пленку Спайл с прошлого года, также положительные отзывы. Более того, на некоторых полях из-за подтоплений в низинах тюки не успели вовремя увезти, и они пару месяцев стояли в воде. В итоге сено, что было упаковано в пленку Спайл, было абсолютно сухим. Конечно, такая уверенность в герметичности может быть только если обматывать тюк шестью слоями пленки, которые дают гарантию качества. Но некоторые клиенты экономят, делают всего 4 слоя и уверяют, что и этого для хранения вполне достаточно. Кстати, помимо стрич-пленки Спайл, аграриев на просторах СНГ активно покоряет и сеновязальная сетка этого же бренда. Она очень широко применяется при заготовке и хранении соломы, сенажа и других сельскохозяйственных культур. Сеновязальная сеть Spile изготавливается из высококачественного полиэтилена и подходит для большинства типов пресс-подборщиков. Класс, John Deere, Кроны, Маскар. Плюс сетка Spile гарантирует высокую прочность на разрыв и повышенную устойчивость к ультрафиолетовому излучению. В итоге нашего обзора, изучения отзывов, анализа стоимости и исследования состава товара, признание
нем, что стретч-пленка Spile и синовизуальная сеть Spile при таком высоком качестве имеют на данный момент лучшую цену на рынке. Группа компании Белагра официально представитель всех основных производителей в аграрной сфере, поэтому у нас нет никакого резона подыгрывать какому-то конкретному заводу. Мы продаем все, но честно помогаем сделать клиентам оптимальный выбор. Spile как раз тот самый товар, который мы действительно рекомендуем.